Перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Миленький. Всем привет. Теперь у меня новая шапка, которая наконец-то подходит мне. Вот. Я все искал новую шапку. Все кепки, кепки. И вот, наконец-то, эта шапка. Как дела? Как настроение? Что за панч лучи про Николая? Честно говоря, я не понял. Это какая-то непереводимая игра слов. Вообще не понял, на самом деле. Матом ругаться не надо было. Где именно матом не надо было ругаться? Lil Kid, нет, не моя девушка. Это девушка моего звукорежиссера. Так, так, ребята, поспокойнее. Я только зашел в эфир, вы уже ругаетесь, что я игнорю. Хип-хоп, Mayday, нормально. Да, шапка Афоня ТВ. Он подарил для нашего канала Анана ТВ. Спой песню Ольги Бузовой. Блин, ребята, если бы я знал песню Ольги Бузовой, я бы вам обязательно спел. Погода сегодня была плюс 24. Начинаются эти вопросы, ребята. Ну это просто, просто ладно, пофиг. У меня сегодня позитивное настроение. Ха-ха! Я в прикольной шапке, поэтому не будем. Да мудак какой-то кинул бутылку. Ну это просто вообще оттас. Оттас. Раньше стеклянные кидали бутылки, помню, лет 15 назад. Сейчас пластмассовые бутылки. Ты пьяный? Нет, я трезвый. Парни, короче, были на... ходили на бой Артема Тарасова. Он, кстати, победил. Артему респект. Наши питерские парни вообще взлетают в топы. Парни ходили, снимали для влога, для нового видео. И там был Афоня, он задарил шапку. Вот, ну, поскольку я теперь, так сказать, влогер, поэтому вот теперь такой движ теперь. Вот шапки, короче, вот... Что, нормально мне шапка идет или не надо?
Привет из Казахстана. Привет, Казахстан. Так. Влогер, да, блогер. Ну, я очень рад, что вам не нравится, что она вас всех раздражает, поэтому, скорее всего, я буду в ней часто теперь появляться, пока что-то новое, прикольное не появится. Вот. Будь серьезнее, ресторатор с тобой, как с пацаном. Да нормально он со мной общается, ребят, чего вы негативите? Мамкин модник. ЕКБ. Денчик, йоу, Денчик с нами, злодей. Браза, ну чай просто на Рубинштейна был выше, просто слезы младенца. Давай сфотаемся, и такой, давай. Да, почему нет? Да. Мишки гэнг. Мишки гэнг. Мне Макси ФМ нравится, круто делают пацаны, вообще респектом. Архангельск, привет. Дарк Пупс, спасибо. Тебе нравится? Давай в эфир, давай, брат, в эфир. Сейчас выйдем в эфир. Седым, круто. Снимай, братан. Суэр, привет. Да что случилось на концерте там? Здорово, бро. Бля, брат, смотри, какая ситуация здесь. Так, опа. Брат. Братан, Мишки гэнг. Брат, снимай шляпу, ёлку. Лёха, ты чё не потянулся в Питере? Пиздец, мы тебя так ждали. Братан, да не вырваться было, блядь. Ты уехал уже? Да, конечно, я уже сегодня в Москве, братан. Да ты чё? Да. Охуеть. Чё там в Москве нового, Сань? Братан, если честно, мне этого Версуса, блядь, тогда хватило уже. Всё. Поверь, к нему надо привыкать, как к хорошему китайскому чаю. 2, 3, 4 раза, и ты уже в деле. Бля, брат, там на самом деле можно в спортзал не ходить. 3 раза постоял, блядь, и похудел на 20-ку, блядь. Базара нет. Либо, знаешь, с баллоном приходить это. Кислородно. Пишут, кто это у тебя, Меладзе? Скажи, это, блядь, этот, как называется, не Меладзе, а этот, как его, блядь, как Кикабидзе. Да, да. Ну чё вы, пацаны, куда гоните? Да мы вот взяли тачку, блядь, объезжаем. Чё, новую тачку взяли? Да. Чё за тачка? Брат, смотри, тут лакшери. Ой-ой-ой, лакшери сегмент. Range Rover, братан, Range Rover. Black Edition. Всё, уже не шутка, братан, уже другая игра. Видишь, блядь, посмотри, лицо поменялось, блядь. Алексея Александровича, блядь, видишь? Уже, братан, не шутка, уже другая комната, наконец-то. Просто, да, просто на черном квадрате красавцы, просто в лакшери сегменте, блядь. Ходим в другую комнату, братан, уже, понимаешь? На другой этаж уже. На другой этаж. Что за баранка, мне пишут. Катя пишет, шальная. Катя, это не баранка, это Мишка. Мишка гэнг теперь новая. Мишка гэнг. Диктует новый тренд. Братан, ну чай, конечно, был пиздец.
Бля, брат, ну чай ты видел какой? Они, блядь, максимум выжили, что было, блядь, эссенции, блядь. Я просто... Набрали весь пуэр, который был на кухне, заварили в этом чайнике. Педобир мне написали. Я даже не знаю, что это такое. Может, я... Нет, нет, это не может быть таким плохим. Он уже такой позитивный. Для меня это просто позитивный Мишка. Не знаю, что у вас там за эти. Бля, брат, я сначала тебя увидел, я думал, ты как этот... Как Иван Грозный, блядь, сидишь в шапке Мономаха. Бля. Царь. Да, царь, царь, царь. Бориску на престол. Да. А потом увидел, короче, смотрю, ты там чисто по приколу угораешь. Да, братан. Ну что там, брат, в Москве-то нового слышно? Есть какие-то тенденции-то, нет? Да по-старому все нормально. Движ, Миш, Париж. Когда мы уже, блядь, этот, в Олимпийском тебя увидим, брат? Когда уже, наконец-то... Братан, ближе к осени Олимпийский сейчас планируем. Ближе к осени? Да, братан, ближе к осени. В большой, это большой, большой зал сейчас просто надо арендовать, потому что big, там... Big Hall? Big Hall, бля, братан. Yeah! Вот, сейчас, да, сейчас договариваемся с арендой, если получится, то к осени уже как бы мы выходим на большую сцену. То есть снова... пора, брат, уже заявите себе. Я прям, пиздец, 35, братан, ну пиздец, уже я понял, что пора, и на осень, короче, на осень. Блядь, вот это, блядь, сколько, думаешь, там будет, на... сколько там народу вмещается, 20 тысяч? Ну да, ну планируем до, там, до 30 тысяч, там, скорее всего, после я выйду на улицу, ну, для тех, кто не попал. Кстати, нормально. Нормальная хуйня. Там чисто из фуры будет сделана сцена такая. Потом я выйду на улицу. Да, 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 вот так вот, пацаны, такая вот движуха. Блядь, короче, брат, ну рады тебя видеть, блядь, вздрагивай. Я тоже рад, пацаны. Пацаны, пацаны. Чё ты куришь? Я все, айкос, вейп, кальяны, сиги. Пиздец, блядь. Сань, надо завязывать с этой хуйней, ты знаешь. Я знаю, братан. Я знаю, но пока, видишь, зависимость меня побеждает, блядь. Осталось еще на свай начать пиарить, и все. Бля, где его брать? Я бы уже... Блядь, ну, приезжай, я тебе, блядь, я тебе мешок дам целый. С собой. Бля, братан, с собой, блядь, трехи возьмешь. Бля, ну я думаю, начать, может быть, сперва, короче, с этого, со снюс или как его, блядь, это хуйня. Что, снюс? Снюс, да. Снюс. Классика. Электроны на спайне, слышишь? Не. Так, давайте почитаем, что в комментах пишут. Ребят, если есть к парням какие-то вопросы, задавайте. К Дэну, к Седому. На свай говно пишут. О, в Казахстане самый убойный на свай, братан. Седой дядька пишут. Да, короче, опять там в Пьере. Бля, постоянно, короче, когда читаю комментарии, жду какую-нибудь хуйню. Не знаю, надо подсознание, блядь. Блядь, так не хочется на хуйню читать. Спрашивают, ровер почем брали? Классически ответить или как? Классически, братан. Честно. Миллионов. Я понял. Так, ребята, а почему... Такие люди у нас в эфире. Давайте лайков, лайков, лайками закидаем их. Давайте, полоска лайков полетела. Отлайкуйте. Не, что-то лайки вам люди не кидают. Да, брат, ну... А вот, полетело, смотри, полетели лайки. А вот они. Ой, ты что, вот это, блядь. Вот это уже другая игра, вот это уже красиво, пацаны. Это твой батя и дед мне пишут. Кто? Твой батя и дед. Спасибо, ребят, за лайки, спасибо. Тут у нас девчонки какие-то в эфире симпатичные. Видишь, Леха сразу привлекает красоток в эфир. Я тебе говорю. Нет, я уже отталкиваю.
давно, блядь. А, я понял. Уже не тот возраст, брат. Да уже, блядь, не возраст, а просто это. Как там твоя подруга, Дэн? Дениса кто-то написал. О, это Наталья. Наталья, эй, Наталья. Наталья, когда мы сделаем концерт уже с Моки Мол в Экспофоруме? Наталья представляет Экспофорум. А, вот так вот, да? Конечно. В большом павильоне, 15 тысяч квадратных метров, сделаем концерт лакшери. Они за, брат, надо будет делать. Все делаем, братан. Смоки прекрасно. Нам, блядь, все, либо не голодовка, любой, блядь, кипиш, блядь. Сколько денег? Почти 80 литров. Сколько? Ты про какую говоришь, братан? Про молодую, про эту? Давай делать, пишет Наталья. Да, про молодую. Так давай делать. Наташ, я с тобой сейчас это, с праздников выйдем, я с тобой обсужу этот момент. Хоть сейчас. Все, делаем. Я выезжаю, там... братан, я выезжаю на ночном поезде. Как раз сейчас проходящие. Вот она говорит, давайте зимой. Ну вот сейчас сами пустуем даты и бахнем, блядь, зимой красиво, блядь. Денчик, я приеду в Питер снимать тебя для влога. Леху не тревожу, он занят постоянно. Это я, ну... Я, брат, посодействую, я его вытащу, блядь, сделаю. По деньгам, говорит, договоримся, пакетами ЦУМ. Да. Пакетами ТЛТ и ЦУМ девчонки там принимают, нормально. Только я... Откуда ЦУМ в Питере? Ну ладно. Бля, сейчас Лех про тебя жесткие темы... У тебя жесткие пишут темы. Роза, что это, блядь? Запомни его имя. Пацаны выезжают уже. Стой, друг. Короче, этот, как его? Молодая-то улетела, братан, сегодня на Бали, блядь. У меня что-то фляга брызнула, она в ахуе там что-то... Хочет сама с собой разобраться. Правильно, братан, правильно. Хули, в ее возрасте. Бля, зависли. Ладно. Зависаете, пацаны. Зависаете, люто зависаете. Мы теряем подписчиков, братан. Вы люто зависаете. А, мы сейчас подключимся. Сейчас нормально, видно нас? Да. Сейчас мы... Короче, я приеду снимать в Питер, Дэн. Да. Будем снимать. Давай, конечно, братан, ты знаешь. Короче, все, чё, обнял вас тогда. Все, давай, все. Леха, салам, кинь. Все, Леха, ну, давай. Все, до встречи, все, брат. До встречи. Давай, брат. Давай, пока. Кто-то, когда с кем-нибудь из старой школы. Это кто, например? Я просто не понимаю, типа, старая школа, новая школа. Мне... Вы так все разделили, пиздец. Это вообще неправильно. Просто есть хип-хоп. Ну, типа, меня не интересует, типа, там, старая школа, новая школа. Мне нравятся исполнители. Ну, я, типа, не разделяю их на какие-то школы. Вот. И... Будет ли... С Гуфом совместно? Да я с удовольствием, ребят. Я с удовольствием. Просто, ну, я за обеими руками. Влог с Барса уже вышел, он на канале. Следующая часть на днях буквально. Что за полоска под губой? Это вот так волосы, братан, растут. Я уже забыл, о чем я говорил. Летят просто комменты один за другим. Так, тебя мы сейчас запомним. Ньюман, блядь. Угу. Скриншотик сделаем. Вот он тут, блядь.
нормально. Скриншотик делал, ребят. Скриншотик. Так. Угу. I'm sorry. Все, я теперь понял. Да ладно, на самом деле, мы не обращаем внимания, ну, на уже... Я за два дня заблокировал человек, я не знаю, страшно сказать просто. Ну, ладно, когда там пишут какое-то мнение там или что-то, но когда летят просто, ну, какая-то непонятная хуйня, там, ты там то-то, сё-то, и просто уже банить, 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 банить. Ну, если действительно в России ведут ответственность за оскорбления в сети, ну, то очень много, блядь, школьников охуеет, блядь. Как им будут прилетать штрафы, блядь, ну, за оскорбления. Это неправильная тема. Вы, типа, не знаете, людей пишете там, ну, непонятно, что про них. Так нельзя. Вот. Я не знаю, что это за медведь, блядь, мне пишут какой-то, блядь, непонятно что. Это шапка Афоня ТВ. Он подогнал, я вот одел, типа. Мне нравится она. Вообще, я панда, как бы, но, типа, я представляю панда гэнг. Ну, вот попалась вот такая вот. Похуй на хейтеров. Салют с Ростова. Блядь, про Телеграм, что я скажу. Охуенное приложение было. Я б даже... Ну, мне нечего скрывать в Телеграме. Я готов, блядь, предоставить свои переписки вообще. То есть, ну, я ничем не занимаюсь таким. Ну, блядь, я, типа, пострадал вообще, типа... Ну, у меня Телеграм не грузится. Я не понимаю, в чем прикол, типа, ну... Я понимаю, там борется, наверное, с кем-то там что-то, но, блядь, почему я, блядь, за это пострадал? Мне не прикалывает WhatsApp, я ненавижу Viber, типа, вообще, блядь, мне не нравится. Мне прикалывает Telegram. И, типа, я, ну, веду там разные, там, у нас конференции, там, мы обсуждаем какие-то там рабочие моменты, мы, типа, общаемся, прикалываемся, у меня есть там свои стикеры. Какого хуя, почему я пострадал, блядь, непонятно за что. Вот мое, ну, типа, отношение. Я просто не понимаю, типа. Вайбер — это хуйня, я не буду пользоваться вайбером. Это, блядь, ну, мне не прикалывает, типа. Если вас прикалывает вайбер, окей, пользуйтесь, типа. Меня не прикалывает WhatsApp, мне он вообще, ну, типа, вообще не прикалывает. Через Телеграм все мутки. Блядь, ну, я-то ничего не мучу через Телеграм. Почему, типа, ну, блядь, если сейчас, я не знаю, там... Ну, без примеров, короче. Так. Ну, вот, видите, в комментах опять хуйню какую-то пишут. Пиздец. Не знаю, у меня телега работает вообще, типа, то работает, то не работает. Типа, я не могу делиться фотографиями, как раньше. Ну, короче, было охуенное приложение, сейчас непонятно, что с ним произошло. Но сделайте, ебать, альтернативу, где, ну, будет такое же приложение, где я могу там, типа, общаться. Мне похуй, вы можете читать мои там переписки, я ничего там тайного не веду. Ну, вообще похуй. Типа, ну я просто не хочу, блядь, из-за каких-то там, блядь, не знаю, там, закладок или каких-то там хуй понять чего там, ну, типа, ну, чтобы лишаться приложения прикольного, где у нас вся движуха, типа, шла. А сейчас нам приходится создавать, блядь, конференции ВКонтакте, ну это пиздец.
Я не хочу конференции ВКонтакте, там неудобно вести конференцию. Ну, просто тупо неудобно. Почему из-за каких-то типа там закладок, хуй, тайных переписок, блядь, например, страдаю я? Ну, мне это просто непонятно. Или как, типа, на вокзале? Ну, на всех вокзалах у нас, типа, два контроля, блядь. Я прохожу один контроль, мне надо снять все сумки, чемоданы, поставить их, загрузить. Все, прошел там эта толпа, блядь, люди, пиздец. Ну, прошел там, ну, все там, просканили мои сумки, там, чемоданы. Идешь, короче, к поезду, и еще один, блядь, кордон, короче, для этой, блядь, сканов этих сумок и всего. Два раза надо проходить в на вокзале, ну, пиздец. Это вообще, блядь, ужас. Живешь постоянно, как будто, блядь, ну, под этим, этот... Под сканером. Вы понимаете? Паша Дуров так пиарится. Мне похуй, как он пиарится. Я просто говорю факт, что было, блядь, удобное приложение. Кто-то там пиарится, и теперь оно хуёвое стало, блядь. Зависнет, непонятно, что происходит. Ну, типа... Расскажи про Лужники. Да чё, выступаю, короче, вижу в одной части люди махают почему-то так рукой, типа, показывают, что что-то происходит. Я присматриваюсь, кому-то, типа, плохо. Я говорю, блядь, вообще скорая, там кто-то что-то есть, помогите людям, типа, людям плохо. И в этот момент какой-то уёбок решил меня кинуть бутылку. Ну, типа, бля, вообще бред какой-то. Интересно, что будет, когда Инстаграм, блядь, заблокируют? Это же вообще пиздец, там, блядь, бьюти-блогеры, блядь, сойдут с ума, мне кажется, блядь, ёбнутся просто нахуй. Русский рэп просто... Новый русский рэп просто падёт, мне кажется. И там и это, блядь, блогеры... Многие блогеры повесятся просто. Прикиньте, Инстаграм закроют, Ютуб и паблики ВКонтакте. И все, короче. Индустрия просто рухнет, блядь. Все вот эти накачанные бьюти-блогерши, фитнес-няшки, блядь, станут жирными, короче, и страшными. Типа, это же все, блядь, для Инстаграма, типа, блядь, для фоточек. Ну, я могу сказать, что в 80% случаях, ну, не в 80, в 70, там, охуенные тёлки в Инстаграме, когда встречаешься с ними в жизни, они не такие охуенные. Блядь, Инстаграм — это вообще другой мир, короче, какой-то. То есть люди себя в Инстаграме прям делают такими там просто вообще там космическими. А типа бывает так, встречаешься типа в жизни и вообще типа думаешь, какого хуя, блядь? Какого хуя, блядь? Я думал, ты такая, как на фотках. Ты не такая. Нет.
Так, все с Версусом. Все хорошо с Версусом. Скоро будет больше информации, больше разных видосов. Ну, короче, со мной встретиться, я такая же, какая. Я не встречаюсь. Нет времени. Пиши в директ, договоримся. Хорош под Слима косить. Я понял прикол. Это из клипа, где у Слима был дис, и он был в такой же шапке, ну, типа собаки. Запиши трек. Нужно улучшать качество влога. Ну, типа, мы же делаем лайфстайл во влоге. И, ну, конечно же, придет время, когда будет лучше качество. Но вот на данный момент оно такое. Я понимаю, что на GoPro нормальные блогеры не снимают влоги. Ты Кафоне же подогнал шапку, я же говорил. Но, типа, на данный момент вот так. Что за Кевин? Кевин — это влог-машина. Таганрог, салют. Пока ничего на канале не собираемся рекламировать. Типа, у нас показываем просто лайфстайл. Кстати, третий влог уже 60 тысяч, что-то такое. Ну, нормально, типа, для третьего влога 60 тысяч. Я думаю, четвертый тоже нормальным будет. Да и пятый, и все остальные. Я с тобой хочу фит, а не с Фараоном. Что? Череповца, салют тебе. Я что-то вопросов так много. Да, новый выпуск будет. Новый выпуск на днях. Возможно ли у тебя купить бит? Я же не продаю биты. Вообще я типа биты особо не делаю. Мы типа продюсируем. Сейчас я пишу новый альбом, я обязательно выйду в эфир, повключаю новые треки с альбома, короче, почитаю что-нибудь. Какая цель? Цель показывать лайфстайл, и потому что влоги в основном сконцентрированы, если это влог артиста, сконцентрированы на артисте. А цель не быть сконцентрированным на мне, а показывать вообще жизнь и движуху, которая происходит вокруг меня и вокруг нас. Ну, я хоть и один из основных, типа основной, можно сказать, герой влогов, но там еще много ребят. И типа мы собираемся вводить еще новых участников во влог. Ну, посмотрим. Все пока в планах. Димастер рвать на битах. Мне понравился батл. Пацаны вообще круто сделали. Mighty D, Димастер вообще, блядь. Это было достойно. Влог называется Анана ТВ. В Ютубе пишите Анана ТВ по-русски или по-английски и увидите влоги. Так. Ладно, что, ребят. Был рад всех видеть, всех, кто сегодня зашел в трансляшку.
всех обнял.